My room looks a bit different than the last time you saw it. Всем привет, ребзя, с вами снова Ноксвилл, и это игра Life is Strange. Мы снова возвращаемся к прохождению. Кстати, я первую часть выложил бы раньше, если бы не один курьезный случай с моим ПК. Ну, все уже прошло, и начинаем проходить. Да. Так, у нас мы в комнате Хлои, нашей сестрюни, ну, я всех так называю сестрюни, братюни, хоть они мне и не братья и сестры. Наша подружка. Подружка детства. Давай. Расскажи мне, как развлекается повзрослевшая Макс. Я не чувствую себя взрослой, тусую ночами напролет. Давайте скажем то, что она бы хотела услышать. Ну уж нет, маленькая мисс Тихоня, держу пари, ты теребишь там под одеялом ночами. Да. Тебе было 12, это печально. Тебе стоит заняться фотографированием. Да? То есть я могу вернуть вот это, то, что я сказал. Оно не понравилось нашей Хлое, можно это ускорить как-нибудь? А, Shift. Я все время путаю Shift и Ctrl. Так, а давайте посмотрим, что здесь есть. Если я сюда посмотрю, она изменила свой стиль, теперь ее почти не узнать. Ну, вообще, Хлоя, кстати, молодец. У меня была такая одноклассница, которая всегда выше меня. Хлоя, да. О, я так тоже, кстати, делал. Мы с братом и сестрой постоянно вот так вот мерялись, пока в доме не сделали ремонт. В общем, я рассказывал, что у меня... Есть, да, была одноклассница, один в один, как Хлоя, но у нее были волосы, сейчас, какие-то, ну, вот такого вот цвета, вот такие, не красные, а какие-то, такие, оранжеватые, ну, вот где-то вот такого цвета. И сначала это казалось странным, потом, она такая счастливая, потом мы поняли, что это ее... Ой, бонг. Что это ее смысл? Жизни, что ли? Испортить себе жизнь. Кстати, вот бонг. Вот мне интересно, какого хрена вот эти бонги, они продаются просто так в торговых центрах. Вот у меня в городе два торговых центра, они стоят вот, ну, метрах в 10 друг от друга. Может, там даже и разницы нету расстояния, то есть они в упор. Но называются они по-разному. И в том, просто так, вот, в проходах продают бонги. Я не знаю, как, я удивляюсь, как? Это же незаконно, разве нет? Если вы что-то об этом знаете, пишите. Так, я фотографирую. Да, я фотографирую, ну, я, конечно, не фотографирую, но Макс этим... Увлекается. Что это скучно? Ну, это не скучно. Серьезно. Особенно весной и летом это очень не скучно. Парни поймут. Так, мне в комментариях сказали читать субтитры. Я буду читать по возможности. Иногда я просто не успеваю. У них... Они сказали на английском 5 слов, а переводят 20 в русский. Поэтому я иногда могу не успеть. Эту открытку прислала Рэйчел Эмбер. Кто это такая Рэйчел Эмбер? Блин, еще вот такими открытками увлекается. Боже. Я помню, мне сейчас лет 10 назад с Крыма такие присылали. И... Не знаю, мне что-то... Я вот этим всем не увлекаюсь. Мне непонятно, как люди могут этим всем так... Ой. Ты сломала? Не-не-не, сестрюнь. Сейчас все будет. Отмотаем и не будем нахрен трогать эту коробку. Все. Не трогаем. Так, а что ты вообще от меня хочешь? Давай поговорим с тобой. Просто ищи тщательней. А что мы ищем? Верится, что Хлоя каких-то 5 лет назад была моей лучшей подругой. Да-да-да. Это все очень тяжело.
и разные ситуации бывают. Так это Хлоя развесила вот это вот про Рэйчел Эмбер. А, Рэйчел Эмбер, открытка от нее. Так что они... Они подруги, да? А я-то думал, как это все связано? Это не мой стиль, слишком показательно. Чего? Не знаю. Так, тут ничего такого. Нет перевода или какой-нибудь пасхалки интересной. А я знаю, в таких играх очень любят вставлять разные пасхалки на плакатах. Так. О, можно музыку включить? Без электричества она работать не будет. Оно, что я вообще ищу? Кто мне скажет? Я плюс отец. Да, были близки. Интересно. Ну да, такое тоже бывает, когда очень близки, а потом одного из них может и не стать. И все. Тренда. Так, а мы тут смотрели, да? Да, смотрели. Так, кто мне скажет, что мы ищем? Мы шарим просто по всей комнате. Боже мой, это, наверное, это мой рай. Я вот с таким чемоданчиком, наверное, куда-нибудь на недельку свалил бы и... Эх. Вах. А что это такое? Я так и не посмотрел. Может, то, что мы ищем? Диск. Чё там? Чё там? Ты чё стырил, э? А кто это? Эмбер? А там Хлоя, да? Fuck you. Hey, give me that. Sorry. Да чего ты? Это мягко сказано. Да что ж такое? Что с ней произошло? Украли? Ну, да, это Рэйчел Эмбер. И кто же это? Ну, давайте... Так, ненавязчиво спросим, кто же это? Кто же это? Ты ведь не против, что я спрашиваю? Рэйчел Эмбер, она была моим ангелом. Когда мой отец погиб, а ты уехала, я была одинока. Рэйчел спасла меня. Прости, я не знала. Да ты и не старалась узнать. Мне было 14, мы были лучшими подругами. Значит, Рэйчел заняла мое место, и я никогда тебя не забывала. Я всегда о тебе помнила. Хоть ты была сволочью и не звонила, но у тебя была Рэйчел. Рэйчел меня поддерживала, мы могли весь мир перевернуть. Ты удивишься, насколько мы были не похожи. Она хотела стать звездой. Она словно модель. Таков был ее план, наш план. Свалить из этого захолустья в Лос-Анджелес. Да, детка? А так что же произошло? Как же твоя мамка? Нет, про мамку мы спрашивать не будем. Давайте спросим, так что же произошло? Мне просто очень интересно, что же там случилось? Твои друзья, твоя мама, они пытались остановить? Моя мама была занята, трахаясь сержантом каким-то мудаком. Ты любишь своего отчима, как я посмотрю? Полгода назад просто уехала отсюда без единого слова, без меня. Так, стоп. Она уехала, а это расклеивает, что она пропала в записке. Откуда ты знаешь? С чего ты взяла, что она исчезла? Может, она начала новую жизнь? В отличие от тебя, она бы сказала, ясно? С ней что-то случилось. Я тебе не верю, просто... А, я тебе не верю, боже. Случайно. Потом она испарилась. Как все люди в моей жизни, как ты, как отец, она исчезла. Может, включишь музыку? Да, люди исчезают. Иногда в физическом плане, иногда... Ну, вы поняли, в каком, да? Такое бывает. Так, электричество. Да-да-да, и куда оно идет? Вот сюда. Сетевой. Что там, фильтр? О, ух ты. У меня, кстати, тоже висит вот такая гирляндочка, вот такая вот. Батя на Новый год повесил, до сих пор не снял. Так, ставить диск. Там мы микс какой-то стырили. Давайте посмотрим. Может, что интересное будет. Я, кстати, хотел найти песню вот с самого начала игры, так и не нашел.
Ну, наверное, потому что не искал. Обязательно поищу. И курить. Теточка, тебе детей рожать. Тебе 19 лет всего. К слову, ты найдешь инструменты в гараже. Хлоя, ты в порядке? Конечно, все происходит прекрасно. Мне нужно лишь немного дунуть и побыть одной. Так, где здесь выход, да? Выходим. Да, все это, конечно, плохо, но ладно. Где? Что, Аркадия? А я могу сюда зайти? Это явно не гараж. Ой. Блин, там птичка убилась. Ой. Птица. Блин. Да ё-моё. О, фак, бедная птичка. Может, я могу спасти ее? Давай, отмотаем время. Ой-ой-ой, тихо-тихо. До того момента, как она вмажется. Вот. Это будет иметь последствия. Допустим, нет, я не хочу птичку убивать. Серьезно. Что это тут у нас? Действуй, реагируй или умри. Руководство по выживанию 21 века. Мне написали, чтобы я не зацикливался на всяких мелочах, но, ребят, разве это не интересно посмотреть, пошарить, как живет... Блин, я открыл окно, и мне холодно стало в жизни. Так. Разве не интересно посмотреть, как живет американские семьи, как живут? Причем это не полная, можно сказать, семья. Тут отчим, отца нет, а мама совсем бахнулась. Джойс до сих пор работает из столовой. Ее муж коп, бедная Хлоя. Надеюсь, ее муж не вот тот усатый, полосатый. Иначе это будет, конечно, очень весело. У нас уже несколько стычек было с этим придурком. Надеюсь, вы поняли. Ой-ей. Ой-ей? Кто, блин, говорит? Ой-ей, вообще. Ты человек вообще? Ой-ей. Так, ладно, сваливаем с этой комнаты. Она явно не предназначена для нас. Так. Не хочу. Не хочу, не буду. Зачем мне в толкан? Давай, уходим в гараж. Мне нужно в гараж. Гараж у них, как всегда, на первом этаже, да? Вот. И ты сама, надеюсь, найдешь. Нет? Нет, мне надо искать. Кейт написала нам. СПС за помощь, Макс. Без проблем. Этот парень тот еще мудак. Это кто? А, это вот этот усатый? Ну ладно. Я думаю, этот усатый нам еще устроит проблем. Travel Money. Вот всегда хотел вот такую вот банку создать, но знаете, я бы сделал вот там над горлышком такую вот такую конструкцию, чтобы руку можно было засунуть, но нельзя высунуть. Как было в фильме «Пила». Там она хотела шприц достать, засунула две руки и уже не смогла высунуть. Так вот, я бы такое же сделал, чтобы бросать туда деньги и не вытаскивать их. Хотя, со своей хитрожопостью я бы все равно придумал бы, как их оттуда достать. Музыка играет, аж сюда слышно, по идее, да? Так, инструменты, ноутбук нам не нужен. Хотя давайте посмотрим, может, что интересное. Не Дэвид? Нет, блядь, не Дэвид. Так, документы. Давайте посмотрим, надо же сунуть свой нос. Да ёп, и в масло. Ну чё ты такая тупая, а? Ты меня иногда удивляешь, Макс. Серьезно. Я подумал, это Волга 24 стоит. Так, выдвижной ящик. Вот по-любому в каком-то из этих ящиков должны быть инструменты. Твою мать. Нет. Твою налево. Посмотрите, кто на фотке, а. Если это реально он, ну, этот усач, который тралил эту Кейт нашу, то это будет весело. Блин, это он. Твою мать. Зачем камеры наблюдения? Хоть у меня в школе были камеры. Это ужасно, ребят. Серьезно. В этом нет смысла. Боже, такой звук, будто сигнал машины.
Так, тут явно нет инструментов и эта дверь куда ведет? Ага, то есть я мог не делать все так вот кругалика, я мог просто вот здесь зайти. Так, тут не мое дело. Хорошо, давайте посмотрим. А, это еда. Нам еда не нужна. А ну, обычно они должны что-то издавать. Ну, если это тот с приколом, помните, если вы Watch Dogs мы смотрели, там был такой олененок, который издавал разные смешные звуки, когда его взламываешь. Блин, сколько еды, я бы тут жил. Тут бы и умер, кстати. О, что это? Инструменты, да? Слишком большие, мне нужны маленькие для камеры. Ишь, какая, блин, дерзкая, а? Маленькие ей подавай. Где тебе маленькие взять? Телевизор, слушайте, я... А что? Какие последствия? Давайте посмотрим, что же за последствия будут. Отчим Хлои установил камеры? Зачем? У него не проблемы с доверием, у него проблемы с головой, Макс. Надо будет сказать Хлое. Это реально бахнутый. Шизанутый на всю голову. То есть он с гаража наблюдает за всем. Хоть в туалете не поставил, да? Это уже радует. Так, как отсюда выйти? Слушайте, я не могу выйти. Оно пошел цикл. Как выйти? Слава богу. Насмотрелось, да? Вот это надо было стоять и смотреть. Карта. Подождите-ка. Что за карта? Карта Академии Блэквелл, но зачем ему это? Это установки типа камер, да? Где их поставить? Ха, странный мужик. Очень-очень странный. Давайте закроем, чтобы потом не было у нас проблем. Но мы уже знаем, что там стоит телевизор и камеры. Ух, ё! Ничего себе! Вау! Посмотрите. То есть два Валеры, одного нет, и три пистолета таких, два ружья. Охренеть. Батя реально бахнутый. Я могу включить и взглянуть. А ну. Один из пистолетов пропал. Надеюсь, отчим Хлоя не носит его с собой. Надеюсь, чтоб Хлоя его с собой не носила. Так, мишень. Кто-то очень меткий. Десяточка. Радуйся, что это не твоя голова. Десяточка. Так, выдвижной ящик. Где же могут быть инструменты? Что это там? А, вот они. Только чем я могу их достать? Я могу включить вот эту штуку, она начнет вибрировать и сбросит его. Да? Да. Твою мать. Теперь их никак не... Ты чё, бахнутая, что ли? Просто нагнуться и... О, боже. Чёрт. Американцы, боже мой. Ребята, вы тупой народ, серьезно. Просто встать на колени и руку туда засунуть. Не, слишком сыкотно, да? Ой, боже ж ты мой. Ладно. Давай, пропускаем. И... Так, не... Да-да-да. Серьезно, ну, боже. Никакой логики. Тебе 18 лет, деточка. Да, и вот теперь мы должны... Ну, да, у нее есть такие способности, и ей это должно помочь в жизни. Но, блин, надо быть хоть немного умнее, серьезно. Ну, да, такую глупую тебя никто не возьмет. Ни на работу, ни замуж. Да. Так, Хлоя, что ты тут? Все, ушла в нирвану, да? Хлоя, живая хоть? Сей, можешь попробовать вычинить камеру на моем столе? Что-то быстро, а? Окурилась, походу, все. Курица, а то в подъезде, а потом в жопу ебаться. Да. Ну, стата такая, бабулик. Все, не починила.
На что ты вообще надеялась, я не понимаю. Давай, Хлоя, утешь меня. Покажи сиськи. Я этого не говорю. Я сегодня их сделала. Дай-ка взглянуть. Черт, судьба. Да, это ж мы сфотали. Что-то знакомое, ну нахрен. Ты где это? Ты сделал это фото, чертовка. Сегодня в школьном туалете ты врубила пожарную тревогу. Именно поэтому Нейтан напал на тебя на парковке. Все сходится. Ты спасла меня. Да. Да. Да, я была там, нет, меня там не было. Вот мне интересно, если я вот так сделаю. Я же смогу отмотать. Много раз. Ну да. Я была там, Шерлок. Охренеть, как круто. Чуть не обмочилась, когда увидела пушку. Как ты меня узнала? Что? Что нисколечки? Как ты меня узнала нисколечки? Я не была уверена, что это ты. Да, я сильно изменилась. К тому же испугалась. Не могла трезво смотреть. Я не люблю тебя, Макс. Как ты сказала, это был тот еще денек. Ты слышала наш разговор? Не совсем. Я уже и забыл, что там за разговор был. Да, Нейтан возмущался. Так ты нас слышала. Ну ладно, я слышала что-то о деньгах. И наркотиках. Вот и все. Самый главный вопрос. Ты рассказала кому-нибудь об этом? Нет, конечно. Нашему другу разве что этому. Тут все запутано. Может, стоит пойти к ректору? Ректору? Тебе что, 12 лет? Эту пьяницу забудьте только деньги. Ему нельзя доверять. Серьезно. Твою мать. Я сказал серьезно, и тут она говорит серьезно, как я это сделал. Я у тебя в долгу. Да, ты мне в долгу. Покажи сиськи. Ладно. Так. И чего? Села. Музыку включили уже, да? Че-нибудь порезче нельзя? В прошлом месяце был день рождения. У кого? У меня или... По-моему, да. Я хочу, чтобы у тебя была эта камера. У всех полароиды, вы чё, блин, странный народ, а? 2000 какой там, 13-й год, а у всех полароиды. Сейчас, блин, все ходят, блин, с айфонами, а у них там такие старые камеры. Так, раз уж мы стали подружками, давай закатим тусу. Давай. Ты ненормальная. Мне это почему-то напоминает The Last of Us дополнение, там где девчонки танцевали в торговом центре и напали на них зомби. Ух ты, классная песня. Такая хипстерская. Этот день чуть больше, чуть более длиннее, да. Сфотографировать, давай. Блин, какая же ты офигенная. Давай. Чё там за фоточи? На превьюшку выложу. Серьезно, без шуток. Охрененная песня. Ну, там немного другое слово, да. Ты что, не умеешь танцевать, хиппи? Забудь обо всем, Макс, боже. Какие... О, кто это? А, батя этот. Псевдо-батя. Панковскую дрянь. Музыка даже не врублена, мудила. Мудак. Я поднимаюсь, нам предстоит важный разговор. Спрятаться? Бьет меня, если увидит тебя. Оу, лол. Так, и куда? Шкаф. Шкаф у меня увидит? Давай. Ой, черт. Блин. А, нет, дайте я верну этот момент. Чтоб мы не напортачили потом. Я могу? В окно, да, в окно. Ты чё, пахнутая? Давай, под кровать. Бля, где? Блин, где? Где здесь можно спрятаться? Подождите. Так. Так, а, вот, смотрите, передвинуть. Нет. Черт. Блин.
What the fuck? Чё она тут делает, твоего ума дело? Я не люблю её незнакомца. Хватит беситься, она не чужая, она мой друг. Великолепно, еще один твой друг. И чё? Он нас перебьет? Один из моих пистолетов пропал. Это ты стащила? Боже, я не брала этого пистолета. Ты ведь знаешь, что я верю в контрольное оружие. Это травка? Ты здесь опять кайф ловила? Да. Дури, наркотики в Лас-Вегасе или где они там находятся. Оу. Это правда? Не буду я обвинять Хлою, вы чего? Она мне нравится. Это мое. Значит, ты притащила наркоту в мой дом. Можешь позвонить полицию? Это что? Можно? Так, усач, подожди. Нравится вот так врываться. Что, и вызывать проблемы? Усач, да это ты проблему вызываешь. Так, сейчас что-то произойдет. Боже. Гребаный охранник. Я был солдатом. Хлои, чё? Ой, иди нахер. О, правильно. Вот это было правильно. Мы надрали зад этому ублюдку. Он нам не равнен. А давайте посмотрим, что было бы, если бы мы... Оу, что, можно пойти? Блин. Давайте сделаем здесь небольшой перерыв, и уже в следующей серии мы вернем назад время и пойдем куда там хочет Хлоя. Надеюсь, этого хватит на еще одну серию. Я знаю, что эпизоды очень короткие, поэтому обязательно поставьте палец вверх и подпишитесь на канал, если еще этого не сделали. Меня зовут Ноксул, это игра Life is Strange. Ждем продолжения.